Белшина – завод сверхкрупногабаритных шин. Здесь начинается знакомство с гигантом. В гостях у завочан Белорусский союз молодежи. Точнее, его будущие лидеры – всего 30 человек. Они участники нового проекта, стартует он сегодня. Посещение – один из пунктов. Тем более здесь есть на что посмотреть. СКГШ обувает белорусских тяжеловесов – БелАЗы, МАЗы, Амкадоры. ЗМШ – это следующая локация – производит продукт массового потребления. В шорт-листе 152 модели для легковых машин, грузовых и сельскохозяйственных. Например, среди экспортеров компания «БелДжи». На АвтоВАЗе тоже уважают бобруйскую резину. Общее число покупателей более 60. У нас завод уже модернизирован. У нас какие смешения, какие сборки, вулканизация, и линии инспекции качества. Все современные мировые производители, новое оборудование у нас установлено. Следующий пункт программы – диалоговая площадка. С говорящим названием «Единство молодежи. Сила Беларуси». В конференц-зале говорят на разные темы. От работы первичных организаций до обмена опытом. Например, шинники рассказывают, как нужно правильно работать с молодыми кадрами. Участники, в свою очередь, делятся идеями, раскрывают и суть нового проекта. Проблема воспитания лидера сегодня наиболее актуальна. Без четкой позиции лидера, без воспитания его позиции четкой, невозможно существование действенного кадрового резерва молодежной организации. Благодаря этому проекту ребята смогут наиболее полно осознать свой лидерский потенциал и свою общественную значимость. Белшина – это отправная точка. Программа расписана на весь 2021. Посетят еще не одно предприятие, будут обучать и ораторскому мастерству. Ведь лидерами не рождаются, а становятся. Максим Кембель, Максим Галионко, Бобруйск, 360.